я поймаю тебя. О, ребята, сундук! Кролик никогда меня там не найдет. Оу, посмотри, какие игрушки. Давай поиграем. Какая коровка? Мы найдем еще животных. Эй, куда все ушли? Двигай звездочку и дави кнопку, и ты найдешь животных. Петух. Рыба. Овца. Птичка. Корова. Лягушка. Рыбит. 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 Овца. Рыба. Петух. Корова. Птичка. Лягушка. Рыбит. Что будем делать? Давай попробуем что-нибудь новое. Да! Давай посмотрим, что за этим счастливым лицом. Я рада тебя видеть. Мое лицо показывает, что я чувствую, так что смотри внимательно. Подвинь звездочку или нажми кнопку, и мое лицо покажет, что я чувствую. Счастливые, печальные, строгое или удивленные. Все эти лица стоит попробовать. Сейчас Мэтт счастлива. Мэтт очень печально. О, Мэтт выглядит смущенный. Что-то разъярило Мэтт? Пора идти спать. Мэтт такая сонная. Бррр. Прохладно. Мэтт выглядит замерзший. О, вау! Мэтт получила неожиданный подарок. Она выглядит очень удивленной. О. У Мэтт болит голова. Она чувствует себя больной. Я готова. Что ты скажешь? Отлично. Добро пожаловать в лопательные пузыри. Двигай звезды. Мы вернулись. Что да? Что мы увидим? В лопнувших пузырях. Что мы сможем найти? Для мышки. Для глупого снеговика.
для грузовика. Один медвежонок. Две черепахи. Три жужжащие пчелы. А для муравья в аэроплане. Для медведя с шариками. Си для кота. Для уточки. Для мышки. Ну что, хочешь еще поиграть? Это калейдоскоп. Отличный выбор. В калейдоскопе много разных узоров. Помести большую звезду на узор или нажми клавишу. Тогда появится новый узор. Используй стрелки, чтобы двигать узоры в разных направлениях.
старушка теперь? Отличная идея, давай проверим эти ящички. Интересно, что в этих ящиках? Это чудесный ящик. Что? Музыка, играй, хип-хип, эй! Отличный ящик. Это чудесный ящик. Я хочу выбрать что-нибудь, во что мы еще не играли. Посмотрим мои любимые книжки. Это мои любимые книги. Передвинь звездочку на книжку, и мы ее посмотрим. Моя любимая еда! Детки любят лопать яблоки на обед. Детки любят есть вкусный суп. Детки любят есть вкусный суп. Яблоко. Суп. Мороженое. Праздничный торт. Мороженое. Детки мечтают съесть холодного мороженого. Детки помогают печь праздничный пирог. Где ты? Нам нужно читать. Звери вокруг. Детки любят смотреть, как пищит мышка. Детки засыпают, когда поет птичка. Детки надевают варежки и гладят котенка. Детки улыбаются. Корова говорит му. Привет! Выбирай книгу и будем ее читать. Что мне одеть? Детки точно знают, в каких ящиках одежда. Детки носят свитер с большой-большой буквой. Детки будут носить большие красные туфли. Детки застегивают молнию на мягком тапке. Тапок. Тапок. Красный башмак. Свитер. Свитер. Шкаф. Да-да, пора почитать. То, что движется. Детки едет далеко в красной машине. Машина.
катер, поезд, пожарка. Детки любят плавать на бело-голубом катере. Детки летят на самолете над поездом. Детки очень рады кататься на пожарке. Где ты? Нам нужно читать. Что будем делать? Давай попробуем что-нибудь новое. Она катится! Положи фильм. Я готова. Что ты скажешь? Ура! Пора играть в формы. Посмотрим, сможешь ты спустить формы? Что дальше? Здорово! Настало время для песенки. Добро пожаловать в рифмы. Помести звезду на картинку или просто нажми кнопку. Когда будет играть песня, ты можешь танцевать вместе со мной. Вкусный яблочный пирог, Дон на праздник нам испек с вишенкой, игрушкой, маковой ватрушкой. Маленькая свинка дома взаперти, маленькая свинка плачет ви-ви-ви. Хлопай и смейся. Похлопаем руками, хлоп, хлоп, хлоп. Потопаем ногами, покружимся на месте. Раз, два, три. И засмеемся вместе. Ты щ... Это... Торт! Вкусный яблочный пирог Дон на праздник нам испек с вишенкой, игрушкой, маковой ватрушкой. Ты счастлив и знаешь это. Если ты счастлив, хлопай в ладоши. Если ты счастлив, хлопай в ладоши. Если ты, детка, компьютеру рад, смело на завтра ступай в детский сад. Три маленькие обезьянки. Три маленьких мартышки запрыгали по книжкам. Одна из них упала и лапку поломала. Мама вызвала врача и сказала строго: все до свадьбы заживет, потерпи немного. Песня автобуса. Захватим наш любимый, наш любимый апельсиновый пирог. Ну что, хочешь еще поиграть? Надеюсь, мы найдем в домике друзей. Как ты думаешь, что за этой дверью и окнами? Подвинь звезду или нажми любую кнопку, чтобы увидеть. Thank you.
Большой? Это снова я, и я рядом с тобой. У меня тоже. Я знаю, мы снова можем поиграть. Можешь сделать, что я говорю? Готов? Просто нажми кнопку. Или укажи звездочкой на меня. Найди меня с помощью фа... Коснись колена, как я. Я думаю, ты сможешь пока коснись своего колена, как я. Видишь? Эй, хлопни-ка в ладоши. Следуй плану, хлопни в ладоши. В самом низу мои ступни. Окей, покажи мне свои ступни. Что ты слышишь? Дотронься до уха. В самом низу мои ступни. Окей, покажи мне свои ступни. Потряси рукой, это же просто. Конечно, ты можешь. Потряси рукой. Пора дотронуться до головы. Я сказала, дотронься до головы. Погладь свой животик. Это забавно, погладь животик. Коснись колена, как я. Видишь, это просто. Коснись колена. Коснись своего колена, как я. Видишь? Видишь, это просто. Коснись колена. Погладь свой животик. Это забавно, погладь животик. Что ты видишь своим глазом? Покажи на свой глаз. Боже мой, можешь указать на свой глаз? Включи фонарик, и появится свет. Правильно, используй фонарик. Включи фонарик. Правильно. Давай похлопай в ладоши. Следуй плану. На твоей руке. О, пахнет вкусно. Погладь свой живот. Ты говоришь и ешь с помощью рта. Пожалуйста, покажи рот. Твой ход. Дотронься до рта. На старт. Внимание, марш. Покрути головой. Перед уходом, пожалуйста, покрути головой. Пора дотронуться до головы. Я сказала, дотронься до головы. Что ты видишь своим глазом? Покажи на свой глаз. Боже мой, можешь указать на свой глаз? Я хочу выбрать что-нибудь, во что мы еще не играли. Добро пожаловать! Кликните на кнопки, чтобы перейти к опциям. Кликните на кнопки «Определить», чтобы ввести имя, голос и фото вашего ребенка. Сложность – еще одна опция. Кликните на сложности, чтобы посмотреть, что может изучить ваш ребенок. Добро пожаловать в игру Reader Rabbit для детей. Мы считаем, что компьютер играет очень важную роль в образовании детей, даже самых-самых маленьких. Мы ценим то доверие, которое вы нам оказали, позволив заняться обучением вашего чада. Reader Rabbit предназначен для детей в возрасте от 9 до 24 месяцев. Так как детишки обучаются в игре,
мы создали программу так, чтобы они получили как можно больше удовольствия. Игра может помочь развитию вашего ребенка, его речи, а также в социальном и физическом развитии. Кроме того, ребенок научится основам общения с компьютером, улучшит глазомер и реакцию. То, насколько понравится игра вашему ребенку, во многом будет зависеть от вас. Поэтому во время занятий пойте песни и играйте вместе со своим чадом. Показывайте на предметы, появляющиеся на экране. Помогайте ребенку называть животных, узнавать различные части тела и радуйтесь вместе с ним. Наша игра – это один из способов поучаствовать в раннем развитии вашего ребенка. Но если детеныш с первого раза не заинтересовался игрой, ничего страшного. Подождите немного и попробуйте снова. В этом возрасте интересы детей меняются с каждым днем. Со временем игра ребенку будет очень интересна. Убедитесь, что ребенку удобно во время игры. Пока детка сидит за компьютером, старайтесь быть рядом. Смотрите, чтобы он свободно дотягивался до клавиатуры и мышки. Learning Company разрабатывает обучающие программы для детей всех возрастов. Мы надеемся, что вашему ребенку понравится Reader Rabbit, и он сможет многому научиться. Так что давайте начнем и весело проведем время. С возвращением! Кликните на кнопки, чтобы перейти к опциям. Эта таблица показывает, что изучает ваш ребенок в каждой игре. Успехи обучения. В эту программу можно вставить имя, голос и фото вашего ребенка. Чтобы вставить имя вашего ребенка в игру, впечатайте его в желтую рамку. Чтобы вставить голос ребенка, нажмите на запись. Затем попросите ребенка что-нибудь сказать в микрофон. Кликните на стоп, когда надоест. Затем кликните на слушать. Если вам понравилось услышанное, значит все в порядке. If not, repeat these steps to record new sounds. Чтобы вставить фото вашего ребенка, отсканируйте его, а затем выберите картинку в окне импорта. С возвращением! Кликните на кнопки, чтобы перейти к опциям. Посмотрим, кто сделал игру. Ты хочешь прекратить игру? Чао! Ой, я сдаюсь. Думаю, пора пойти немножко перекусить. Перекусить? Я сама очень голодна. Эй, кролик! Можно мне тоже морковки? Бет, где ты была? Я была в моем маленьком секретном месте. Может, ты найдешь меня там в следующий раз? Давай еще поиграем вместе.